All right, let's continue in looking in verse 13. Далее 13 стих. Now there's a stop, so to speak, and this angel flies in midair and calls out with a loud voice. Здесь появляется ангел, который летит посреди неба и говорит громким голосом. And he's basically saying, we've had four trumpets, but there's going to be three more, and they will be worse. Что говорит этот ангел? Он говорит о том, что уже уже четыре трубы прозвучало, и еще три должны, и что будет все хуже и хуже. So the trumpets are going to continue, but there's a change. То есть трубы будут трубить, однако снова вот появление этого ангела говорит о том, что происходят некоторые изменения. And so this eagle warns of three woes. И здесь вот ангел летящий, подобный орлу, говорит горе, 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 говорит трижды горе. So again, there is a warning that is being given, and when it says in midair, it would assume that everyone can hear this eagle say these things. Вот это вот предупреждение, которое здесь дается, и скорее всего, потому что он говорил горе, говорил громким голосом, его должны были слышать. So he's saying, don't think that it's over. In fact, now it's even going to get worse. Он говорит, что не думайте, что все закончилось, наоборот, все будет еще хуже. And they will get worse because the judgments now are going to be more direct against people. И мы можем сделать вывод, что все станет еще хуже, потому что суды теперь будут направлены непосредственно против людей. See, the earlier trumpets had a more indirect impact or effect on people. Можно сказать, что первые трубы не были конкретно направлены на людей, они как-то косвенно их касались. They were directed against the earth or the sea. Они были направлены на море, на землю. And then that impacted people. Естественно, что это косвенным образом потом влияло на людей. But now people are going to be killed in large numbers. Ну а сейчас уже эти суды против людей, и люди будут погибать в больших количествах. And they will be killed and tormented in very unusual ways. И они будут умирать необычной, часто мученической смертью. The first or the fifth trumpet and the first woe is in verse 1 of chapter 9. В 9 главе мы с вами видим первое горе и пятую, слышим звук пятой трубы. And you'll notice that in verse 1 it says a star that had fallen from the sky was given the key to the shaft of the abyss. Первый стих. Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с небес на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны. Now stars are often the word that's used in Revelation to talk about angels. А звезды очень часто в Откровении используются как символ ангельских существ. And this angel was a fallen angel. Но в данном случае звезда падшая. And so we might conclude that this is Satan or one of his captains. И поэтому мы можем прийти к такому выводу, что либо это сам сатана, либо кто-то из предводителей его армии сатанинской. But he is given the key, so he's given authority to open the abyss. И дан был этой звезде ключ от кладезя бездны, то есть обладала звезда властью. The word abyss in Greek means a bottomless pit. Вот это слово бездна в греческом языке как раз означает без дна, то есть то, что не обладает дном. And what comes out of the bottomless pit is always demonic. А то, что выходит из бездны, из такого бездонного места, чаще всего это связано с демоническими силами. And so it is the dwelling of demons and is opened by Satan. Можно сказать, что бездна — это обитель демонов. И пятая труба как раз высвобождает эти демонические силы. See, according to verse 1, it was a star that had fallen.
первом стихе мы с вами читали о падшей звезде. Notice this. This is important to notice that Satan's authority is signified by a key, and it is derived authority that is given to him by God. Обратите внимание, что несмотря на то, что Сатане дана власть, то есть он обладает ключом как символом власти, дана она ему Богом, то есть это не его власть, это власть, которая ему дана. Never think in the book of Revelation that Satan is doing things on his own or in his own power. Никогда не думайте, что Сатана в книге Откровения может делать что-то сам по себе, то есть по собственной власти, по собственной силе. Satan can only do those things that God allows him to do. Сатана может делать только то, что позволяет ему Бог. So there were some demons, according to Jude verse 6, demons that are kept in chains for the judgment. В послании Иуды в 6 стихе говорится о том, что есть некоторые злые духи, которые были заключены в узы на день суда. And here in this release there is these terrible demonic hordes that are released onto the earth to torture people. И здесь мы с вами читаем о том, что вот эти демонические силы высвобождаются, и они теперь будут мучить людей. Their leader is Apollyon. Мы читаем о том, что у них есть руководитель, предводитель, его зовут Аполлион. And they come in the form of locusts. И они похожи на саранчу, то есть они нападают как саранча. They don't do the normal thing that locusts do, which is to kill or to eat trees or green grass. Но мы не говорим, что они саранча, потому что они не делают то, что свойственно саранче. Саранча пожирает обычно траву и какие-нибудь культурные растения. But their only purpose is to torment non-believers for 5 months. Какова цель? Какую цель преследуют эти вот злые духи? Они мучают неверующих людей на протяжении 5 месяцев. So you'll see this over and over again in verses 4 and verses 5. Мы с вами это можем увидеть в 4 стихе, в 5 стихе. There were limits on their power. То есть власть их была ограничена. They were told only to torment those people who did not have the seal of God on their foreheads. Например, им было сказано, что они могут мучить только тех людей, которые не имеют печати Божией на челах своих. And they were told in verse 5, they were only given power to kill, or not given power to kill, but only to torture people. И в 5 стихе говорится о том, что им не дано было власти убивать, а только мучить 5 месяцев. Now it says here in verse 5 that the pain or the agony was like the sting of a scorpion. Далее в 5 стихе говорится, что мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. Do you have scorpions in Russia? В России водятся скорпионы? We have them in Phoenix. А в Фениксе у нас есть скорпионы. They have a little hooked tail and they sting with that tail. Да, у них вот такой хвостик, и хвостик загибается как крючок, и они жалят этим. And they can, if they sting a baby, the baby will die. А если они ужалят младенца, ребенка, то тогда ребенок умирает, не выживает. My daughter, who has a 1-year-old baby, has scorpions in her house. У моей дочери, у которой дочь one year old, годовалый ребенок, у нее вокруг дома скорпионы. Oh, she hates those scorpions. Она их просто ненавидит. And she does everything she can to kill them. То есть она делает все возможное, чтобы от скорпионов избавиться. But when they sting an adult, it is very, very painful. А если скорпион ужалит взрослого человека, то он чувствует мучительную боль. But the pain goes away after a few days. Но через несколько дней боль уходит. This pain lasts for 5 months. А здесь мы видим, что они будут в этих мучениях 5 месяцев. Now, question: how can this possibly be grace by God? Естественно, возникает вопрос: и что мы говорим о Божьей благодати, да? Вот обо всем об этом читая, это и есть ваша Божья благодать. And what possible good is there
and God is gaining by torturing people for 5 months? Неужели можно извлечь что-то доброе, хорошее и какое-то благо из того, что на протяжении 5 месяцев Бог будет мучить людей? One thing is that the nature of Satan is revealed in time for people to recognize his true nature. Можно ответить на это таким образом, что природа сатаны становится явной, чтобы люди могли увидеть его истинную сущность. Если бы власть была у сатаны, то он бы, не раздумывая, всех бы уничтожил. Because people have the image of God, потому что люди созданы по образу Божьему. Satan wants to destroy that image. А сатана этот образ хочет уничтожить. In addition to that, people can contemplate the mystery of believers being protected by this plague. И кроме того, люди могут размышлять над таинственным избавлением верующих людей от этого ужаса, от этой казни. If Andre is in torture and he sees Raisa, it is not hurting at all. Если Андрея, например, ужалил скорпион, и он мучительную боль испытывает, а рядом Рая сидит, и ей хоть бы что. Естественно, он задумывается, а в чем разница между нами? And so Andre would ask, why aren't you being tortured by these? И тогда Андрей спрашивает у Раисы, а почему к тебе не пристают вот эти вот существа, эта саранча? Она откроет Библию и по откровению покажет ему, что должно было произойти. You see, in the middle of judgment, God is being gracious. Я все-таки думаю, что посреди вот этого суда Бог проявляет свою благодать. And all this happens in time for people to repent. Все это происходит для того, чтобы люди могли покаяться. People are not dying, so the grace of God continues here. Люди не умирают, значит, благодать продолжается. Revelation is full of grace, revealing God to be kind, compassionate, and loving to all He has made. Откровение наполнено благодатью, открывающей благого, сострадающего и любящего свое творение Бога. And he is shaking the world to prove what is temporary and what is eternal. Он сотрясает этот мир, чтобы показать, что временно, а что вечно. Нам не безразлична современная церковь, и у нас есть что ей предложить. Весь ресурс на сайте tvseminary.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.